Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые контрагенты, как действующие, так и потенциальные. Количество их возрастает с каждым днем. У нас появляются все новые и новые коллеги, с кем мы заключаем договора, работаем и так далее. Тем не менее, это видео несколько необычно для меня, и сейчас я попробую объяснить, в чем дело. Сейчас мы с вами находимся на сайте лаборатории психофизиологического обеспечения, и буквально вчера вот у нас появилась такая, в правом трее появилась такая вот кнопочка, которая называется «Поддержать ЛПФО». Здесь наши партнеры, можно посмотреть, с кем мы плотно сотрудничаем и оказываем различного рода услуги, предлагаем нашу продукцию к приобретению и так далее. Здесь можно посмотреть отзывы о нас, и здесь, собственно, вот кнопочка «Поддержать ЛПФО» или же «Поддержка науки». При нажатии на эту кнопочку мы с вами попадем вот на такую вот страницу, в которой высказана некая просьба о поддержке, оферта. То есть эта страница является публичной просьбой о поддержке научно-практического центра АКМЭ в его финансировании. Обычно это происходит деньгами или же оборудованием. Соответственно, мы обращаемся к различного рода фондам, корпорациям, предприятиям, к нашим непосредственным контрагентам, другим учреждениям, физическим лицам и просим оказать нам поддержку, поддержать наш опыт, профессионализм наших сотрудников и организацию в целом. В данной публичной оферте, в данной просьбе о поддержке мы принимаем на себя обязательства и обещаем решать проблемы научно-методологического, методического и иного характера. Другими словами, мы просим о поддержке в области науки, наших научных исследований. Лаборатории требуются компьютеры. На данный момент вот как бы максимально это 10 компьютеров, минимально то, что крайне необходимо, это 7-8 компьютеров. У нас запланировано порядка создание порядка на данный момент 8 программ, одного аппаратно-программного комплекса. Соответственно, это требует определенного финансового вложения, оплаты программистов, дизайнеров и так далее. Соответственно, ведется научная работа о работе с базами данных. Для этого тоже требуется определенные усилия в финансовом отношении. То есть обработка этих результатов, подсчет, обращение к людям, которые этим занимаются профессионально и так далее. Одним словом, существует договор оферты, в этом договоре его можно скачать, соответственно, посмотреть, о чем идет речь, о поддержке в плане научной деятельности ООО НПЦ КМЭ, лаборатория психофизиологического обеспечения, и, собственно, два способа поддержки. Первый способ – это наши официальные реквизиты. Мы юридическое лицо, и, соответственно, у нас есть счет в банке. И второй способ – это перевод на карту Сбербанка Российской Федерации через систему Сбербанк онлайн. Соответственно, скачивая этот договор, вы также увидите содержание этого договора, способы этой поддержки и, собственно, реквизиты, по которым можно нам оказать помощь и поддержку. И как я уже сказал в начале видео, мы принимаем на себя обязательства, которые позволят нам реализовать наши идеи в области наук о человеке. Лаборатория занимается прежде всего промышленной психофизиологией, медицинской, клинической психологией, эргономикой, социологией и так далее. Обеспечивает это направление наук о человеке. Вот, пожалуй, все, о чем я хотел сказать, о чем я хотел попросить в плане поддержки нашей научной деятельности. Кто следит за нашими новостями, знает, что у нас постоянно появляется что-то новое, зайдите в раздел разработки ЛПФО и, соответственно, не буду повторяться и входить туда. Смысл в том, что появляются постоянно новые программные продукты, методические материалы, различного рода стандарты и так далее, и так далее, и так далее. Все это требует определенных затрат финансовых, материальных, оборудования и так далее. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!